Здравствуйте, дорогие подписчики, это Елена. Я сейчас делаю расклад на здоровье на прекрасных, замечательных картах Ленорман Феи. Здоровье у нас будет карта дерева. Я сейчас выберу, где находится у нас карта дерева, какие карты находятся рядом, и будем смотреть, что же у нас там с вами выйдет по здоровью. Вот карта дерева. Что же здесь у нас? Это карта гора, карта вот сама дерево здоровья и карта сердца. Ну, это говорит о том, что у многих сейчас тяжесть на сердце, у некоторых есть проблемы, конечно, сердечные, да, у некоторых может быть какие-то трудности с давлением. Именно, может быть, вот сейчас весеннее время года, погода влияет на давление, у некоторых это нервные какие-то переживания. Так, нужно будет спросить у карт Ленорман Феи, что же нам делать всем, чтобы улучшить наше здоровье. И это вышла карта Лиса. Карта Лиса. Ну, эта карта означает, что нужно найти ресурсы, нужно найти правильное лечение, правильного врача, обратиться в правильную какую-то клинику. У кого что, у каждого свое. В общем, нужно найти выход из этой ситуации. Выход, конечно же, есть. А какой есть выход, спросим, какой есть выход из этой ситуации. И эта карта вышла, карта письмо. Ну, какой выход? Нужно взять правильный рецепт. Это, во-первых, кто обратится к врачу, нужно взять правильный рецепт и правильное лечение проводить. Или прочитать какую-то правильную информацию по этому вопросу, по вашей проблеме, и найти правильное решение. Не откладывать это в долгий ящик, заняться своим здоровьем сейчас. И что же будет у нас в итоге? Какая же у нас будет карта итога? И эта карта вышла, карта Лилия. Очень прекрасно, рада. Все наши проблемки со здоровьем при помощи лечения и правильного, именно правильного лечения, подхода к этой проблеме, скоро наладится, и все у нас у всех будет гармонично, прекрасно и хорошо. Желаю всем здоровья, счастья. С вами была ваша Елена. До свидания.